Мотоблок Rotax. Мощность двигателя 6,5 лошадиных сил. Ширина фрезы 80 см. Фреза разборная. Одна скорость вперед, одна назад. Воздух. Потребляет себя двигатель через масляную ванну. Открываем краник. Закрываем воздушную заслонку. И заводим мотоблок. По мере прогрева заслонку открываем. Удобно переднее колесо для перекатывания мотоблока. Одна скорость вперед, одна назад. Глубина обработки меняется в зависимости от положения переднего колеса. Передние колеса только для перекатывания, хотя основные колеса возможны для транспортировки прицепа. Установки болта на разные положения. У мотоблока низкий центр тяжести. Между двигателем и редуктором два ремня. 6,5 лошадиных сил. Ну так вы, Валера. Шесть фрез. Шестигранный редуктор. Четырехтактный двигатель. Испытание на целине. Высокие обороты на фрезе. Роет. Целина по второму разу.